ребята там грузят. Буду сейчас потихонечку с шумом снимать. Рекомендую, точнее, думаю, сейчас внимательно просто рассмотрим сорт экстра, да, по всей линии. На наличие каких-либо косяков. Либо синевы, нет сквозных дырок, проеденных жучками, ни сучков, ничего такого. Абсолютно идеальная доска, где не допускается никаких дефектов. А вот самая красивая лиственница из всех, что может быть, сорт экстра. Дефектов не может быть никаких. И даже небольшие трещинки, которые включаются в ТУ, их на этой доске найти просто нереально. Сейчас прям вблизи покажу. Вот такие вот дощечки. Идеально гладкие. Без сучков, без всего. Украшение любого дома, бани, террасы. Чего угодно. Просто потрясающе выглядит. Потрясающе. Так, это не то, снизу. Там другой сорт. А это вот так вот выглядит. И цвет так досок, да, сразу же виден, в отличие от других сортов. Сразу видно, что есть доски розоватые, с коричневым оттенком, желтоватые, более светлые, еще более теплые. В общем, просто нечто по качеству. И какие картинки, да? Ничего не отвлекает от того, чтобы на них смотреть. Можно смотреть долго, бесконечно, прям таки. Не какая-нибудь там печать на пленке и прочее. Полностью натуральная древесина без изъянов. Это сорт экстра лиственница.